Девочки, здравствуйте! Сегодня будет мега крутое видео, потому что я дождалась вот эту красоту. Это мега крутые гель-лаки от Вена Лиса. Посмотрите, само совершенство. Цвет здесь обозначен, но мы все равно с вами, конечно, сделаем выкраску. Как я ждала эту посылочку. Потому что, во-первых, я вообще люблю лаки Вена Лиса. Вы знаете, что я больше люблю вот такие флакончики, да, цветные от Вена Лиса. Здесь, кстати, 7 мл, один в один, как в C&D, да, только в C&D 7,3, почти. Это очень удобно, все такое, но у меня, я сейчас на пробу брала вот такой Вена Лиса, вот он у меня прокрашен, и мне понравилось, как он ложится. Во-первых, мне понравился объем, что здесь 12 мл, да. А он большой, он красивый и он очень качественный. Он обалденно ложится. Я поняла, и когда я еще увидела, что там 120 оттенков, девочки, 120 оттенков неземной красоты, шикарного качества. Стоит он, я брала тогда, по-моему, за 232 рубля, доставка бесплатная. Девочки, если вы сравните этим... теми же C&D за 1200 рублей флакончик. Я вообще не знаю, кто... Существуют ли такие люди, которые покупают за такие деньги лак сейчас? Или как лаки сейчас есть за 600 рублей, да? За 700 рублей американские. Нет смысла, девочки, тратить. Лучше купить вот такую божественную красоту за 230 рублей. 12 миллилитров. Вы учтите, 12. То есть это как два лака практически, да? Ну, есть же за 6 мл есть лаки, есть, да, вот такие вот, смотрите, у меня малышечки, да. Здесь 5 мл, да, а здесь 12. То есть это, грубо говоря, как один лак такой и один лак такой. И это все в одном тюбике. Поэтому и цена. Но я считаю, что 230 рублей это хорошая цена за такое качество. Девочки, это бомба, конечно. Я счастлива. Такая красотень. Сейчас мы с вами их обозначим, потому что тюбики черные, их нужно обязательно обозначить. А девчонки, у кого, да, кто мастер по маникюру, особенно обратите внимание, насколько представительный вот этот лак. Смотрите, вот коллекция Вена Лиса, вот попроще, да, можно сказать, эконом вариант, она вот эта. Они хорошие. Ссылочку тоже на него оставлю. Я уже много раз им красила. Вы меня видели их. Очень хорошие лайки. А вот это такой люкс. Люкс, да. Если вы работаете с клиентами, конечно, такую красоту поставить, это приятно. Плюс у вас, вы же не одна, да, несколько человек, да, скажем так, делаете маникюр. И такой большой объем надолго хватит. Поэтому, конечно... Я читала, что многие берут именно мастера, потому что, во-первых, его удобно перемешивать. А все профессиональные линии, они вот такие вот, да, вот такой вот формы, чтобы удобно можно было крутить флакончик. Это первый признак хорошего лака. Именно professional, да, для профессионалов. Не для домашнего, да, использования, а именно для салонов. Ну, в общем, он радует глаз. Он неземной красоты. И сейчас мы просто вот, да, возьмем сейчас с вами... Я буду, сейчас я в сторону, чтобы у меня камера не брала на них зум. Значит, смотрите, мы сейчас возьмем, чтобы мне 10 раз потом опять не перекрашивать, я сейчас возьму вот эти штучки, которые для обозначения лака, да, вот так вот, чтобы у меня красиво все стояло. Вот это, кстати, цвет, ну, значит, Starry Sky. А это и есть такое, да, как звездное небо, да, смотрите, какой красивый. Очень он красивый. И также я хочу сделать остальные лаки. Давайте. Purple. Видите, в принципе, сзади обозначен, но на самом деле это не очень удобно. Лучше вот на таких типчиках. Сушить буду в Sun UV. Вот этой лампе она в кадр не попадает, поэтому сразу вам показываю. Ох, приступим, девочки, к этой красоте. Потому что я знаю, какие это потрясные лаки. Сейчас мы все покроем. Обязательно покрою потом топом. И очень классно я сейчас обозначу все. У меня каждый тюбик будет обозначен
цветом. Необыкновенным. Смотрите. Какой красивый. Это значит цвет... Ну, это какой-то фиолетовый. Purple Vortex. Все номера будут под... В описании под видео. Так, девочки, давайте дальше. Я вот так вот стороночку его поставлю, чтобы мне не запутаться. Прям по порядочку. Этот Bright Pink. Не, не Bright, а Bing Pink. Во. Нет, подождите, Bright Pink. Во, Bright Pink, господи. Я английский плохо знаю, сразу извиняюсь. Это не важно, потому что мы сейчас все с вами обозначим. Боже, он даже отсюда красивый. Он даже отсюда красивый. Посмотрите. Сейчас я постараюсь всю типсинку красивую закрасить. Специально для этих лаков заказала стойку. Такая красотень. Замечательно, да? Даже в один слой. Сейчас положу рядом. Мне не запутаться. Так. Тут, в принципе, что запутываться? Тут сзади все обозначено, поэтому ничего не запутаюсь. Потом покрою топом, и все мы с вами красиво украсим. Вот это какой красивый амарат цвет. Буду потом для вас маникюрчики делать. Мне кажется, я взяла самые красивые оттенки. Ну, девчонки, я что хочу сказать? Извините, 120 цветов на любой вкус. То есть вы можете выбрать на любой вкус. Там и розовые, и бежевые, и синие, какие хочешь. Серо-бурмалиновые, а все оттенки. Смотрите, какой красавчик. Этот высох. Такой же он плотненький, девочки. Ну, замечательно. Я считаю, 200 рублей это вообще находка. Так, элегант purple, элегантный purple, да? Такой вот элегантный, такой весь из себя элегантный. Такой полупрозрачный. Тут надо в два слоя. Он такой эффект стекла, витражный немножко. Кстати, это очень красиво смотрится на длинных ногтях. Именно на коротких нужно более плотные, а вот на длинных вот этот чудесно будет смотреться. Но обязательно два слоя. Вот смотрите, вот этот он плотненький, он с белилами. Этот прям с белилами. А вот этот более прозрачным эффектом, но тоже хорошо смотрится. Тоже этот плотненький. Красавчик. Да, я выбрала все на свой вкус, как говорится, то, что мне нужно. Аквамарин. Ну, это должно быть 100% хороший лак. Аквамарин, красавчик. У меня сейчас пока пошли, были только такие розовенькие, красноватенькие. Вот этот идеально для стемпинга подходит. Идеально. Просто. Берете просто белый. И все. Нежно-голубой, серебро. И ждет вас успех. Посмотрите, какой тоже с белилами. Такой плотный, хороший, богатый цвет. Девочки, ну я вообще с таким вообще трепетом ждала этот лак, потому что я, ну я прям изначально знала, да. Так, дальше идем Sexy Red. Сексуально красный. Иногда нужны такие красные лаки. Это классика, да, маникюра. Красный лак. Причем, девочки, советую делать его на короткие ногти. Это лучший вариант. Вот такой яркий цвет на коротких ногтях будет очень хорошо смотреться. Хотя и на длинных, конечно, но на коротких вообще. Я люблю больше на коротких. Но очень хороший. Знаете, такой настоящий красный, такой алый. Красавчик. Синий высох.
плотные в один слой. Видите, как хорошо. У нас только вот этот немножко не такой плотный, но он сам по себе красивый. А его надо просто два слоя делать. Я все равно все лаки всегда два слоя делаю. Да. Давайте сейчас я его просто два раза сделаю, чтобы он хорошо смотрелся на типсике. Он просто сам по себе такой витражненький чуть-чуть. Это неплохо. О, в нем тоже есть своя прелесть. Оттенок очень красивый. А мне почему-то хочется назвать его орхидеей. У меня такая орхидея была вот такого цвета. Очень красивый. Все равно он так вкусно смотрится. Посмотрите, в два слоя замечательно, что плохо смотрится. И обратите внимание, что лак самовыравнивающийся. Вот два слоя и замечательно красивый цвет. Да? Вот этот красный достаточно одного. А этот два. И замечательно, никаких вот полосок, ничего. Посмотрите, придраться не к чему. Красавчик. По порядочку идем. Господи, Синдерел какой-то. Я в этих названиях не разбираюсь. Давайте просто делаем выкраску. Ой, это я люблю, девочки. Это тоже, значит, делаем короткие ногти. Самый лучший вообще для коротких, вот прям запоминайте, это сливовый, бордовый и красный, темно-коричневый, даже черный. Вот такие вот насыщенные, да, лучше всего и выигрышно всего смотрится почему-то на коротких, на длинных может быть вульгарно, да. А замечательно тоже стемпинг будет виден на таком богатом цвете, а замечательно. Так, этот высох, вот сюда его кладем. Замечательно. Все-таки я выбрала самые лучшие. Да вам даже номера не обязательно читать, потому что смотрите колор. Там 120 цветов, девочки. А все они соответствуют абсолютно, да. И даже вот этой полоске совершенно соответствует. То есть это... Все соответствует, девочки, все соответствует. И берете, они все хорошие. И этот лак гарантированно будет хороший. То есть даже без вообще вариантов. Вена Лиса очень хвалят, очень хвалят. А единственное, что мне не очень... Как бы он нормальный, да, топ у них глянцевый, нормальный. Но от Азура мне больше нравится. Он не так истончается, у Вена Лиса более... Я вот этот, именно вот этого коллекции я не пробовала топ. Я именно топ вот этот вот. Он хороший, у него очень хороший блеск. Но от Азура больше мне нравится. Больше. О, вообще. Это просто темная слива. У меня было время, когда я постоянно вот этим красила цветом. Мне очень нравится. И стемпинг на нем, и золото, и серебро. Самый выигрышный вообще. Просто самый выигрышный. Так, идем дальше. Что у нас тут? Уже места нет. Куда мне тут все ставить-то? Это элегантный синий. Не такое все элегантное. Боже, он нереально красивый. Он какой-то васильковый. Вообще, девочки, у меня такого вообще нет. Он нереально красивый. Я прям сижу и улыбаюсь. Он нереально красивый. Я надеюсь, камера передает, какой он необычный. Васильковый. Так, тут уже все высохло. Вот это да. Ничего себе. Так, девчонки, продолжаем. Это у нас кармин. Кармин. Конечно, все эти цвета в два слоя вообще бомбезные. То есть это само собой. Кармин это прям краска масляная, да, цвет. Кармин. Это тоже нужно два слоя, потому что он такой вот слегка витражный. Но очень красивый. Сейчас мы так вот в сторону пока вот этот помажу. Так, блэк, черный. Всегда беру, если хороший лак, черный, потому что я очень часто делаю. Черный стемпинг. Очень хороший, девочки, лак у Вена Лиса, который вот в цветном тюбике, у них просто черный. Вот какой же, вот как смоль, в один слой.
то есть для хром пудр очень важно, потому что вот, допустим, я даже выкинула недавно черный, тот у меня был какой он там съез, да, так вот там 3 слоя надо было намазать, да, чтобы он был нормальный черный, да. А это нет, Венолиса шикарный черный. Вот у них очень хороший черный. Вот Венолиса. И этот тоже. Я специально взяла, потому что черный у меня уходит просто в миг. Это как с этими. Сейчас 2-й слой сделаю. Этот цвет нужно обязательно 2 слоя. А, так же, как лак черный для стемпинга у меня уходит. Также и белый и черный лак, гель-лаки уходят. Потому что для стемпинга, я же только стемпинг делаю, лаки просто так не хожу. И они у меня очень быстро заканчиваются. Так, этот просох. Черный отличный. А в 2 слоя еще лучше будет. Но извините, и в 1 слой. Смотрите, какой плотный. Для хром-пудры и для стемпинга это, конечно, находка. Но я знала, что будет хороший, потому что раз тот маленький хороший, 7 мл, значит, и этот будет хороший. Так, Принцесс Пинк. Нежно-розовый. Это для всяких френчей. Боже, он идеален. Он идеален просто. И такой плотный, с белилами. Нежно-розовый такой. Даже бежево-розовый какой-то. Ну, это френч. Что? Для френча самое оно. Я сразу это увидела, сразу это поняла. Плотный. Да, замечательный. Замечательный. Френч прям будет суперский вообще. Не знаю, я в восторге. Девочки, напишите, как вам лак. Одна я такая, прям вся из себя в восхищении, да? А, но я думаю, что вы тоже. Потому что, ну, я знала, я бы не стала столько денег тратить, да, на этот лак. Я знала, что он будет классный. Вот это вот у меня с того раза осталось. Сейчас я их вместе поставлю. Так, розовый сушим. Это белый. Чист, называется Pure White. Это значит чисто белый. А, с такой же целью брала, как и черный. Не буду 2-й слой наносить. Так, вот сюда мы поставим. Липкий слой присутствует. О, взяла, потрогала и испачкала цвет. Балда. Так. Красотенюшка. Давайте белый. А, белый. Продолжаем наш разговор. Белый, конечно же, брала. Тоже как базу под стемпинг. Я очень часто использую белый и черный. И без них никуда. И поэтому они у меня самые тоже первые заканчиваются. Замечательный белый. Я думаю, что вы это видите. То, что доктор прописал. То, что доктор прописал. Давайте дальше. Осталось 2 цвета Модена. Вау. Какой он плотный. А, тут 2-й слой точно сейчас красить не буду. Он нереально плотный. Сейчас скажу вам его номер. Чтобы вы знали этот потрясный лак. Сейчас вам скажу номер сразу. Обалденно плотный. Сейчас, девочки, скажу сразу номер. А, здесь нет. А, есть. 1071. 1071. Модена. Красотень. Вообще, девчонки. Это же вообще счастье какое-то. Давайте последний. Господи. Пиакок блю какой-то. Боже, это еще лучше, чем тот синий. Какими же они васильковыми оттенками. Значит, девочки, вот этот номер сейчас тоже скажу. Он обалденно плотный. Он обалденно плотный. С такими белилами. Придраться не к чему. Господи, какой же он... Посмотрите, 1 слой и насколько плотные лаки, девочки. Сейчас скажу, как он называется. Ну, это тут... Сами смотрите название. Ха-ха. Во, сами смотрите. Я такое даже сказать не могу. Пиакок какой-то, блю. Пиакок
Блин, не знаю, как это даже читается. Ну, в общем, все синие там бомба, девочки. Все синие бомба. Вот, вот, вот я вам сейчас скажу. Вот эти три. Это более аквамарин, он более зеленцой. И они все плотные. Особенно вот эти два. А зеленый тоже плотный. Но он такой синий-зеленый, как у морской волны. Вот эти два. Вообще, девчонки, такие плотные. Так, давайте, чтобы не тратить ваше время, я сейчас быстренько покрою все топовым покрытием. Я возьму вот этот Венолиса, от него хороший блеск, да. От него очень хороший блеск. Липкий слой здесь есть. Очень, он еще улучшает, конечно, лак, делает его еще богаче. Смотрите. Сейчас не буду тратить ваше время, по-быстренькому просушу все. И наденем все на флакончики. Девчонки, ну посмотрите, как это круто. Я думаю, вы тоже понимаете, как мне повезло, что такие лаки у меня теперь в коллекции. Гей-лаки у меня всегда несколько лет лежат. У меня есть гей-лаки, даже которым 6 лет, и с ними ничего не произошло. Поэтому это вам необычно. Гей-лаки очень хорошо хранятся. У меня ни с одним лаком, у меня их очень много. У меня есть отдельное видео, кстати, о моей коллекции гей-лаков. За всю свою жизнь я выкинула только один гей-лак американский. Это был, кстати, дорогой лак. Один, он как-то погустел. Не знаю, может, он какой-то дефектный был. Но у вас с остальными ничего. Поэтому я счастлива, что в моей коллекции теперь такие шикарные гей-лаки. Я специально купила для них стойку. Теперь это будет вот так красиво выглядеть. Больше всего мне понравились синие, потому что они необыкновенно плотные. Для стемпинга просто идеально. Очень красивые мои любимые сливовые. Ну что сказать, потрясающие красные. И обратите внимание все-таки на черный и белый. Черный в Венолиса просто как смоль. Необыкновенный. Он вот то, что нужно даже в один слой. Черный здесь просто лучший. Девчонки, пишите, какие вам больше понравились цвета. Вообще, понравился ли вам этот лак? Я в восторге. Я очень довольна. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!